Суббота – самый безопасный день для водителей Новоуральска. Это один из фактов, озвученных на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Какие еще итоги подвели на комиссии, узнаете далее. Дорога – место повышенной опасности. Мониторить вопросы, связанные с взаимодействием автомобилистов и пешеходов – важная и неотъемлемая часть работы по определению проблем и решению вопросов. На последнем заседании комиссии в городской администрации рассмотрели вопрос о состоянии аварийности, а также какие дни недели являются аварийно опасными. Аварийно опасными днями недели являются понедельник, 2 ДТП, ранено 3 человека. Вторник, 1 ДТП. Среда, 2 ДТП. Четверг, 3 ДТП. Пятница, 1 ДТП. И воскресенье, 2 ДТП. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с начала года на территории города Новоуральска проведено 142 социально значимых акций, направленных на воспитание законопослушных участников дорожного движения. Речь идет про такие акции, как «Письмо водителю», «Шагающий автобус», «ПДД на снегу» и другие. По информации госавтоинспекции, можно сделать вывод, что самый безопасный день недели – это суббота. За первое полугодие 2023 года было проведено 813 профилактических мероприятий. Особое внимание уделено разъяснению родителям правил управления средствами индивидуальной мобильности и велосипедами, порядка составления индивидуальных маршрутов безопасного движения дом-школа-дом. Также вопрос о принимаемых мерах по профилактике дорожного травматизма 10 раз рассматривался на заседании территориальной комиссии, где мы сейчас присутствуем. Кроме того, сотрудниками госавтоинспекции проведено 62 встречи в трудовых коллективах, на автопредприятиях, с военнослужащими войсковой части 3280, личным составом МЧС номер 5 ФПС, с курсантами автошкол и других заинтересованных организаций города. Несовершеннолетние новоуральцы за 6 месяцев 59 раз нарушили правила дорожного движения. Родителям стоит помнить, что нужно объяснять детям, как вести себя рядом с дорогой, ведь последствия могут быть самые печальные. Также за первое полугодие сотрудники госавтоинспекции обследовали 297 километров автодорог и провели 81 контрольно-надзорное мероприятие. И были выявлены недостатки улично-дорожной сети. В адрес обслуживающих организаций направлено 404 рекомендации. Пассажиры и водители, соблюдайте правила безопасности при поездке в общественном и личном транспорте. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, будьте готовы к внезапному появлению пешехода на дороге.